Это заявление президент сделал в интервью агентству Bloomberg. Оно прошло в преддверии встреч с японским премьером Абе. В основном говорили, конечно же, о спорных территориях. Российский лидер заявил, что позиция Москвы по Курилам остается неизменной. Продавать или менять эту территорию не собираемся. Проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой. И нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. У нас еще в 1956 году был подписан договор, на удивление, он был ратифицирован и Верховным Советом СССР, и японским парламентом. Но затем японская сторона его отказалась выполнять. Ну, а затем и Советский Союз как бы свел тоже на нет все договоренности в рамках этого договора. Несколько лет назад японские коллеги попросили нас вернуться к обсуждению этой темы. И мы это сделали, мы пошли навстречу. Вот за предыдущие пару лет не по нашей инициативе, а по инициативе японской стороны фактически эти контакты были заморожены, но вот сейчас наши партнеры проявляют желание вернуться к обсуждению этой темы. Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах. Речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя в накладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя непобежденной, непроигравшей.